женского платья вновь меняется. Силуэт в стиле ампир уходит в прошлое, на смену ему приходит исторический романтизм. Без понятия моды невозможно представить пушкинскую эпоху. Актеры театра Натальи Бондаревой познакомили учащихся лицея номер 6 имени Пушкина с модными тенденциями разных лет, а также искусством письма, каллиграфией. В преддверии Дня лицеиста 19 октября мы проводим лицейскую неделю. Она очень обширная, очень такая насыщенная. Каждый раз новыми гранями открывается для наших детей. И вот сегодня мы гордимся тем, что у нас сегодня такой замечательный уникальный урок по каллиграфии, где дети познакомятся с историей, с техникой замечательного письма. Перья, чернильницы, держатели, изящные письменные принадлежности современные лицеисты смогли не только рассмотреть, но и подержать в руках. Вот встреча с удивительным человеком, с художником, художником-декоратором, которая иллюстрировала книги, которая делала очень много декораций для огромных, больших спектаклей театра. И сегодня она раскроет секреты. Какая же буква в каллиграфии самая главная? Достаем пипеточку, хопа, и нагнетаем чернила через пипетку в ручку. И начинаем писать перьями. Когда-то иметь хороший почерк тоже было модно. Чистописанием обязательно занимались все учащиеся. Художница рассказала ребятам, что каллиграфия – искусство красиво и четко писать, которое требует терпения и многократных повторений. Лицеисты пообещали потренироваться дома. Она нам все рассказывала про перья, про чернила, все подробно. Мне очень понравилось. Сейчас я вот вспоминаю по вот этому по каллиграфии, вспоминаю, как я раньше писала вот эти буковки, водила эти крючки, потому что, ну, я всегда как-то писала кому-то открытки, рисунки. Я очень любила там подписывать и рисовать вот эти завитушки, крючочки. И сейчас я вот вспоминаю, мне вот хочется опять вот пойти взять какую-то прям мою любимую ручку, карандаш и начать выводить. Ребята в восторге от мастер-класса. Путешествие по разным эпохам состоялось. Осталось написать о нем сочинение и обязательно каллиграфическим почерком. Мария Шматкова, Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».